И на этой же неделе, в пятницу, российский президент Владимир Путин вспомнил известные события на Манежной площади в Москве, в Согре и в Кондопоге. В Саранске Владимир Путин провел первое заседание Совета по межнациональным отношениям. Он определил задачу – уроки терпимости противопоставить пропаганде национализма, а чиновникам на местах ответственнее относиться к своим обязанностям. Это прежде всего результат бездействия правоохранительных органов и безответственности чиновников. Коррупция, предвзятость представителей госорганов, их неспособность обеспечить справедливость, защитить интересы людей становится питательной базой и почвой для межнациональных столкновений и напряженности. А кому-то и прямо выгодно перевести возмущение граждан конкретным фактором несправедливости в форму межэтнического конфликта. Кстати, заседание Совета совпало с празднованием тысячелетия присоединения Мордовии к народам России. Путин принял участие в митинге, звучали патриотические песни группы «Любэ». Мордва – крупнейший этнос Поволжья. По численности он уступает лишь русским и татарам. Сейчас, собственно, в самой Мордовии мордвы около 300 тысяч человек. Это треть всех жителей региона. Делится она на две народности – эрзя и мокша. Они, надо заметить, сохранили свой язык. Это два диалекта. Оба преподаются в школах. Ну а в дни юбилея у туристов особым спросом пользовался мокша-эрзя-разговорник.